что сказать, слабо отыграли, на тоненького выиграли. Ну, хорошо, что выиграли, довели дело до победы. Будем завтра разбирать игру и сделаем выводы. И на матч теперь выйдем совсем по-другому. Для многих стало неожиданностью. Появился сегодня в ударном звене вместе с Сумраком, с Капризом. Что скажешь по этому поводу? Как игралось? Ну, конечно, игралось хорошо. С Кириллом я давно играл уже вместе. Еще и Линус в краю был. С мастерами всегда приятно играть. И в защите ребята были хорошие. В принципе, на все хорошие, но... Я с этой парой давно играю, понимаю их и в обороне, и в атаке понимал, ребят. Не было тяжело. Так вот. Насколько сложно было настраиваться на матч именно вот с Новокузнецком, все-таки команда среди аутсайдеров? Да, настраивались, как обычно, за любую команду и 3 очка. Поэтому нет слабых, нет сильных. Всегда выходим одинаково заряженные. Если первый период провели ударно, скажем так, а второй и третий начинали не так удачно. Вот как-то недонастрой был, что ли, в начале периодов? Ну, не сказать, что недонастрой. Может, где-нибудь зевнули соперника, не держали игроков. Чуть в тактическом плане стали плохо играть. Но потом тренера направили нас в нужное русло. И после плохого начала периодов стали лучше играть. В составе молодежки скоро поедешь на турнир 4 наций. Как настрой перед этим турниром? Настрой боевой. Едем, будем стараться занять первое место. Всегда охота быть первыми на пьедестале. Тем более играть за национальную сборную – это вдвойне приятнее.